Всем доброе утро. Я готовлю завтрак. У меня тут жарится хлебушек. Стала жарить хлебушек. Жалко, нет помидорки. Очень хочу хлеб натертый, помидор сухой. Кстати, тут стерлась. У меня, оказывается, гриль той же фирмы, как и жарочный шкаф. Тут жарятся у нас яйца. Сейчас буду варить кофе. На улице погода обалденная. Смотрите, какое солнце. Правда, минус большой. Минус 7, наверное, да, минус 7 градусов. Даже минус 8. Ну, все замерзшее, но зато солнышко. Доброе утро. Дети у меня еще до сих пор гуляют, не одетые. Время 12:30. А еще никто не собрался никуда. Сейчас я пока готовлю. Они соберутся и будем завтракать. Вчера мне так... А, я уже говорила, да, про хлеб. Вот нету помидорки. Короче, подсушиваете хлеб. Прям такой, чтобы он хрустященький был. И помидорку напополам разрезаете и прям натирать ее. И солька чуть-чуть посыпать. Очень вкусно. Но, к сожалению, нет помидор. Мне в шею. Шею отскочила брызга от сковороды. Я пока солила яйца. Прям так неприятненько. Так что все, будем собираться и завтракать. Все, мы сели завтракать. Вареша уже хлеб раскидала по столу. Так что никто не успел собраться, сели лохматенькие, да? Всем приятного аппетита. Так, сейчас приведу себя в порядок и, наверное, пойду с волосами. У меня, конечно, вообще жесть. Я не могу, мне так не нравится. Мне нравилось из-за кератина, что они вот тут все прямое. Вот это вот ничего не закручивается. Постоянно вытягивать утюжком, они совсем у меня сгорят. Надеюсь, я в мае схожу. Я же записалась в мае на 22-е, по-моему. Я уже забыла, на какое число я записалась, но у меня там есть. На 22-е, по-моему, мая записалась. Схожу на кератин, сделаю себе красивые волосики, покрашусь и буду красиво еще ходить. Кератин у нас подорожал уже на 1000. Надеюсь, к маю он останется хотя бы 6. Очень дорого. Я за 5 ходила. Подорожал на 1000. Короче, план такой у меня сейчас. Я тут кофе долго сидела, пила, смотрела своих любимых блогеров. Тоже смотрю. С Испании девочку с мальчиком. Знаете, короче, ага, история такая. Начала их смотреть. Короче, давным-давно они еще студентами были. И что-то так я на них попала и начала их смотреть. Ну и все. И... А сейчас у них уже дети, уже второй ребенок родился. Ну, короче, прикольно. Я люблю такое. Прям, знаете, успокаивает. Так они такие милые, прям такие, это, столько позитива. Прям, ну, прикольные. В общем, сейчас напишу список. Да перестань, ты чего? На меня ругаешься? Ника. Сейчас напишу список, что нужно купить. А, пойду сначала в фикс прайс хожу. Мне нужно стаканчики купить и... Подсветка. Спасибо, Варя, в глаз мне светишь. И это... Что мне нужно? Стаканчики? Еще что-то нужно было мне. А, эй, может, ящик найду для картошки. Я все его собираюсь купить. Короче, вот. И сейчас закину еще белое. Нужно постирать. До сих пор не переодетая хоть. До сих пор, зато с телефоном. Вот поругать тебе? Угу. Бегом переодеваться. Что, я подкрасилась? Волосы пыталась тут распрямить. У меня вот тут вообще нераспрямляемые какие-то. А я колечко одела. Колечки-то я делала. Ну, вроде так получше все равно. Я не стала по всей длине их примить. Смысла нет, они у меня вот это вот все опять завернется. Я вот именно вот эту часть себе выпрямила, чтобы она как-то... По-божески смотрелась. У тебя бузички лизить такой холёсенький. Ты что такая холёся лизись? Ну я ты что, опять никуда не пойду, что ли? Никуда не пойду. Иди, мой голёсик. Что с мамой сегодня упражнение делала? Я упражнение с утра делала. Она так ложится ко мне, вот так вот, хоп. И лежит, и лежит. Все. В общем, в итоге я иду вообще не одна, а вот нас вот прям трое идет. Ролик, Бобик и Ахмед. Так, сбегали мы во все магазины, все набрали. Сейчас покажу. Сейчас сначала фикс прайс. Там мало было покупок. Если бы я не взяла с собой двоих детей, было бы еще меньше. Взяла вот такой скотч двухсторонний. Надеюсь, он хороший. Будем клеить лампу. Нужно ее сегодня приклеить.
Взяла стаканчики. Придут гости, у меня стаканов очень мало. Да, Алене свечку взяли. Вот, короче... А ты не проверила ее, да? Молодец. Так, 6 стаканов. Фольга у меня закончилась. Это мне на работу. И, ну, так как одной купили, то и второй надо. Варюха взяла себе вот такую кружку. Человек, который кроме воды ничего не пьет. Ну, купили ей чай, поэтому она мне обещала будет чай? Пить чай. Да. В посуду хотела взять разделители для посуды, которые ставят на полку. Но не нашла. Зато вот чипчики взяла. Красные жалко, но других не было. Так, и вот такая вот подставка. Можно ставить тарелочки. Но она так еще тут приделывается вверх. Но у меня это вверх вообще не нужно. Вот крючки можно вешать. Кстати, сейчас и попробуем. Ага. Не очень-то на них можно что-то вешать. Ну, кружки нельзя. Кружки. А что тогда вешать? Колечко. Ну, колечко что-то какие-то. Я еще взяла ее, потом иду, думаю, какие-то эти. Ну, да. Из кружек. Вообще не знаю, что. Можно тогда сюда вешать. Короче, эти крючки будут вообще бесполезны. Да иди ты со своим бантиком. Ну какие бантики? Ну, короче, будет как подставка для тарелок. Снизу тарелки и сверху тарелки. Закупка была наварена дыре. Мы потихоньку закупаемся. Так, ну это, конечно, не на день рождения, но тоже нужен лук у нас. Взяла, у меня там 2 луковки осталось, и это мало. Так, сок взяли, такой апельсин, ягода вот такая. Так, потом я взяла протертые помидоры и сливки. Это мы будем запекать, типа фрикадель, типа тефтелек. Ну, короче, я потом все покажу, что я буду делать. Так, молочко я взяла. Взяла маленькое, потому что большое. Мне вообще тяжело было так нести, я уже думаю, хоть бы донести. Так, гранатовый сок взяли. Сока надо будет еще взять, мало будет ребятишкам. Так, это кетчуп, это нам кушать, яйца, сыр вообще капец, ну я не знаю, конечно, сколько тут грамм, 0,5 килограмма, короче, 300 рублей, сыр уже вообще дорожает. Так, яйца я взяла, мандаринки, какао нашла, вот такое, самое классное какао, бисквит получается прям шоколадный-шоколадный, прям очень крутой. Так, яблочки привезли у них классные, красненькие. Это мы в монетке закупаемся всегда. Так, девчонкам сейчас Варя просила чай попить. Взяла себе с черникой. Алене мы взяли с капучино. Так, взяли чаек. Вот, кстати, Варя обещала, что он будет без ничего. И она будет его пить. Чай, кстати, подорожал. Уже 100 стоит. Хотя мы его раньше брали все время за 69, по-моему. Или 50. Нет, не 59, 69, по-моему, стоит. И взяла своим детенышам пушистым вкусняшек. Ну, в общем, и все. Сегодня закупка у нас почти на 2000 продуктов. И фикс прайс 700 рублей мы потратили. Но если бы детей не взяла, потратила бы 400. Ну и все. В общем, стаканчики вот эти, кстати, с фикс прайса всего 29 рублей. Ну, как бы очень выгодно. Он небольшой, но для сока как бы... Нормально. Ну, это считали просто. Ну, вот такой вот небольшой стаканчик. Очень удобно. Сколько литраж? Сейчас посмотрим. 250 миллилитров. Нормальный. У нас еще есть наши стаканы и вытянутые, так что нам всем хватит. Просто таких бы нам не хватило. Ну все, будем сейчас готовить обед. Я, в общем, обклеила. Тут что-то какая-то штука осталась. Обклеила низ. Вчерашнюю бумагу, которую я купила, вот так заклеила низ, все тут зашоркала, чтобы эти не торчали, и приклеила лампу. Сейчас покажу, она торчит чуть-чуть. Я думаю, что уголочек вот этот срезать, но боюсь, что она лопнет и будет не очень. Сейчас включу, посмотрим, как она будет. Так, смотрите. Ой, на камере как рябит. Ну, в общем, все готово. Можно... Ну, на камере вообще рябит. Будем уборкой кухни заниматься. Я перемыла все стаканчики, сушатся у меня. Сейчас будем готовить котлеты. Я замочила хлебушек. Тут у меня фарш. Сейчас нужно его разделить. У меня будет часть на котлеты и часть на тефтели. Пойдут на Варюшкины. Но эту часть мы просто отложим, она будет лежать в холодильнике. Одна так что сейчас... Ну, прикольно. Я уже почти доготовила, дожариваются котлеты. Сейчас покажу бутерброды, которые я буду делать. Очень вкусно.
Короче, не знаю, откуда что-то стрельнуло, я же напугалась. Дожариваю. Да, тарелка лопнула. Только та, которая на столе стояла. А как она? Прикинь. Минус тарелка опять, господи. Я уже боюсь, что мне на Варин день рождения тарелок не хватит. Сейчас покажу. Это вообще шедевр. Вытащила из микроволновки и поставила, уже другая погрелась. Я думала, это вот это стояло. И щелкнула что-то, я с вами начала говорить. Это уже грелось 30 минут. А это стояло на столе. 30 секунд. Посмотрите. И щелчок такой, вы слышали на камере? Просто. А зачем мне с вами? До свидания. Не ешь, я сейчас выкину. Так, в общем, тарелку поменяли. Подсушила я хлебушек. Сейчас его натираем чесноком. У меня есть протертый помидор. Обычного помидора, к сожалению, нет. Будем сверху намазывать и посыпать чуть-чуть солью. Вот и весь бутерброд. Очень вкусно. Ну все, мы сели кушать. У нас еще огурчики. Огурчики, котлетка, гречка. И вот такие вот бутербродики. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Я очень хочу бутерброд и кофе. Даже есть не очень хочется. Какая-то проблема с памятью, вспомнила, что у меня стирались вещи белые. Сейчас будем доставать. А еще я хотела рассказать вам, когда тарелка разбилась, я вам хотела рассказать историю. Сегодня хожу по кухне, думаю, да блин, чем-то пахнет. Ничего не могу понять, чем пахнет, откуда запах. Все посмотрела вроде. Смотрю, в мультиварке ничего нету, там ничего нету. Короче, открываю микроволновку, а там стоит мясо. И я вспоминаю, что мясо это я достала в пятницу. Сегодня воскресенье. А я его достала в пятницу. Перед тем, как идти на работу, я его достала. Думаю, вернусь с работы. А не с работы я должна была вернуться. А должна была вернуться с больницы с Аленой и его пожарить. И я про него забыла. Просто вообще из головы вылетело. Ну, естественно, за это время запахло. Там куриное мясо и это... Алена говорит, а мы еще в пятницу, когда убирались... Видели, я говорю, ты что мне не сказала? А я в пятницу пришла, и если бы я ела гречку, я бы его обнаружила. Я бы его достала и как бы это... А в пятницу я же варила рамен, чан рамен этот. И греть в микроволновке я абсолютно ничего не грела. Думаю, господи, что с моей памятью? Вот, и сейчас вспомнила, что у меня лежит белье. Сейчас мы его развешиваем и пойду готовить... Ленивые вареники у нас сегодня будут. Давно не ели. Прям со сметанкой, я думаю, самое то. Я хочу их на сковороде сделать. Попробовать. Видела, на сковороде делаю. Только там галушки делали. Я хочу вот вареники попробовать. Так, на один разочек сделать, чтобы покушать. Вот, кстати, вот так, если вот эту часть волос выпрямлять, мне даже нравится моя прическа. Я относительно даже ей довольна. Вот, все, пошла разбирать вещи. Алена там смотрит Орел и Решку. Варюшка тоже что-то там смотрит. А я, как всегда, занимаюсь делами. Собралась я готовить ленивые вареники. У меня здесь где-то грамм 300, наверное, творога. 2 яйца, соль, сахар сюда, ну и мука. И все, и заводим тесто, все как обычно.
Доготовились наши ленивые вареники. Вот такие вот красивенькие они. Вот Алёнина, Варюшкина. Ну, вот насчет Варюшки мы еще не уверены. Будет ли эта дама их есть? Сметана, мед и босс-молокосос. Всем приятного аппетита. Все, мы собираемся ложиться спать. Варюшка красотка вообще. Они с Аленой вечером обязательно мои волосы поделить что-нибудь. Там вот так вот. Но поделить не могут. Место возле меня вот делят. Все, перестаньте обе. Убери руку сюда. Я тебя обниму. Все, давай. А я... Ты? Алена сегодня, кстати, такие классные кольца сплела. Мы так и не показали их. Она... Мое еще должна была переплести. По-другому чуть-чуть стало. Так, все. Покажем завтра твои кольца. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока.